Еще раз привет-привет. Всем отличного настроения, как всегда. Потому что настроение — это очень важно. Если у меня его нет, то все, у меня все из рук валится, ничего не получается. Так что это очень важно. Пошла я смотреть студию, вот эту, как и говорила. Сегодня у нас пасмурно. Капец, да? Грязь. Везде. Надеюсь, сегодня я заеду уже. Так она мне, в принципе, по фотографиям, она мне понравилась. Я решила приготовить салат из тунца, кукурузы, яиц и огурца. И все это йогуртом перемешивается. И что вы думаете? Я такой лох, это вообще капец. Сходила в магазин, все взяла, не взяла кукурузу. Я почему-то была уверена, что она у меня есть. Открываю холодильник, у меня там 3 банки горошка, 3 банки маслин. А кукурузы нет, она всегда вообще была. Куда она вообще делась, я ничего не пойму. Капец вообще. Ну, я готовлю гречку, там сосиски. Вовочка так любит с Данькой. Даня еще суп ест с папой. Вова вчера немножко поел, а сегодня не стала есть. Так что у меня все без излишеств, все такое простенькое максимально. Всего лишь гречка. Тут со сливочным маслом. И сосиски. Ой. Короче, знаете, что я думаю? Вместо кукурузы я добавлю горошка. Не знаю, правда, как будет. Горошек. Тунец обязательно нужен в собственном соку, не в масле. Ну, раз я такая лох вообще, будем тогда импровизировать. Вместо кукурузы добавлю горошек. Так что вот. Сейчас эти банки сполосну. Раз говорю, в собственном соку. Я его раньше делала, ну как раньше, буквально вот не так давно. Сейчас повторю. Огурец уже сполоснула. Текст. Ненавижу открывать банки, особенно вот этими открывашками. У меня как-то была старая, я не знаю, куда она у меня делась. Вот ей вообще отлично открывалась. А вот эта, которую я купила, кстати, где ее купила? В Галамарте, наверное, уже не помню. Она постоянно как-то в середину уходит. Борща там еще пол казана. Так, это все. Тунец. Как брала красно-белым за 99 рублей. Не знаю, нормальный. Нет, он должен быть нормальный. Не знаю, правда, что получится, раз этот горошек добавляю. Ну, попробую. Раз я уже настроилась на этот салат, так что будем пробовать. Блин, такая взяла, все раскидала. Капец вообще. Ладно, яйца. 4 штуки положу. Зелень. Не знаю, пока половину сделаю. Если будет мало, еще добавлю. Ну, стандартно кубиками. Видно вообще, нет, что я творю.
кстати, вот мне про него девчонка говорила, про этот салат. Типа, Эльвина, я тебе сейчас скажу рецепт, только никому не говори о нем. Это супер-мега рецепт от него, типа, худеешь, капец как. Нифига подобного. Я тогда сделала целую бадью этого салата. Такая фигня. Нет, она нормальная, она вкусная, но не заметила я, наверное, такого эффекта сумасшедшего. Обыкновенный нормальный салат, ппшный. Студию новую заезжаю с 1 числа. Так что вот. Что-то я сегодня даже не сняла. Не сняла даже. Ладно, потом, когда заеду, поснимаю. Там получается шугаринг. Наращивание вот будет вот мое. Маникюр, педикюр, все дела. Ну такая квартира, сделанная под студию. Многие так практикуют. Так, я думаю, огурца достаточно. Пусть моя душа та-та-та-та-та-та, может даже больше, а может навсегда. Горит моя душа, ни ночи нет ни дня. Не могу ничего пить, кроме кофе, это вообще капец. Чай даже не лезет вообще. Кофе, 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 кофе. Сегодня уже 2 кружки выпила. Головной убор я себе так и не купила. Мне ничего тогда не понравилось. Вообще, эти панамки, так-то они вообще классные есть. Их надо мерить, мерить. Вон в Wildberries их много. Там уж что ли заказывать, так неохота было. Вдруг что-то не подойдет мне здесь, не подошли они. Как-то так себе. Я на руках режу, мне так удобнее. Удобнее, быстрее. Яйца резки нету. Видно? Ох ты, это что такое? А, Вова? А? Как бандос какой-то ходишь. Угу. Двери-то зачем ты делаешь? Как гики. Иди сюда. Салатик будешь есть? Салат нет. Как? Твой любимый. А, он больше не очень любимый. Уже не очень любимый? Я тебе гречку приготовила. Гречку? С сосиской. С сосиской? Ну давай. Гречку. А? Гречку. Гречку. Вовочка, скажи доллар. Кстати, я могу сюда. Долларов. Сколько у тебя долларов накоплено уже? 190. $190. Откуда они у тебя? В копилке лежат. Нифига себе. Тебе долларами ложили, да? Угу. Офигеть. Кто тебе доллары положил? А? Кто тебе ложил доллары? Папа. Папа? Угу. Офигеть. Мне вот он не дает доллары. А тебе дает. Данька пришел со школы, они ходили на какой-то этот полигон на трубном заводе. Я так поняла, их готовят как будущих работников трубного завода. Они ходили, смотрели, как работают сварщики, слесаря. Ну, короче, все, что связано с металлургией. Подрастающую эту смену. То есть подрастающее поколение готовят в следующей смене. Пусть дай моя душа, а может, на, а может, да.
скажу больше, а может быть. Давай вместе споем. Давай. Она любила розы. Розы на морозе. Давай, Вова. Что такое? Блин. Я не знаю, что там. Ты давай это, подожди с своими конфетами. Ты снимаешь, да? Да. Куда у нас кукуруза делась? Ты ее брал? Кукуруза? Мы в какой-то салатик не пустили. Я же помню, что была кукуруза. Всегда она вообще была. Да, мы куда-то ее запустили. Я не помню, куда. Точно я ее запускал. А почему я об этом не знала? Я не ела этот салат? Нет, не ела как раз. А, нет, вру. Нет, я ее не трогал. Че? Посоль красный, да? Я уже горошек положила. Не знаю, как она будет. Здесь нормально. Наклейки? Вот что получилось. Ну, еще раз повторяю, за место горошка должна быть кукуруза. Сейчас заправлю. Ну, ты гречку сварила, да? Так-то надо йогуртом заправлять. У меня его нету. Опять вечер? Опять сейчас будем есть. Вот так вот и сходили в спортзал. Ты говорила, да? Нет. Сегодня сходили в спортзал первый день. Когда я попробую? Вкусно по-любому. Ну чё? Ну, конечно, вкусный. И чё, горох нормально? Да. Видите, горох тоже уже подошел. Не обязательно. Сейчас сама попробую этот салат. Что вообще вышло? Вкусно, невкусно? Кстати, очень вкусно. Даже вкуснее, чем с кукурузы. Так что делайте. Тут получается банка тунца в собственном соку, пол огурца, я положила 4 яйца и баночку горошка зеленого. Надо было заправить йогуртом, я заправила майонезом просто. Вообще классно. Кстати, классно, да. Ну все, что было, собрала, можно сказать так, в кучу, из него сделала салат. Сейчас будем смотреть сериал свой «Угрюм река». Сегодня там какая, 9-я серия, да, Олег, или 10-я уже? Я слушаю, 9-я, по-моему. 9-я? Не знаю, что там дальше будет. Анфису уже убили. Она же вроде тоже была одна из главных героинь. Не знаю, что там у них будет. Так что будем смотреть. Старую версию так и не смотрела, но это уже позже. Вчера смотрели «Батю», кстати, тоже такой прикольный фильм. Я думала, так-то это сериал будет, оказывается, фильм. Так что вот. Вон у меня гречка, салат. Олег, суп ест. Вкусный суп? Угу. Вот борщ. Такой весь. Ну-ка, покрути там ложкой. Вкусный. Написали по-украински. Со сметанкой сделал. Угу. Ну, хороший. Сколько? Много его еще? Ну, там в казане на дня осталось. А. На утро.
Данька сейчас доест, наверное, проснется. Ну, наверное, да. Вовочки, вот гречка. Это мы сидим на диване. Привет, скажи. Я уже говорила привет. Ну и как тебе, Вовочка? Нормально. Нормально? Ну вот у него прическа без укладки. Нормально, да, все? Угу. Ты доволен сам? Угу. Все хорошо у тебя? Угу. Ну вот. Ну вот, все хорошо. Все наелись, все напились. Сидим, смотрим фильм. Кроме меня. Да, кроме Вовочки. Вовочка еще в процессе. Всем добра, всем позитива, отличного настроения, всего хорошего. Что за это? Длинное видео. Длинное? Угу. Потом сделаем длинное, да? Сегодня просто некогда было. Так что быстренько что-то поснимала, пока готовлю, да пока крашусь. Вообще не было времени. Ну все, спасибо, что были с нами. Всем пока-пока.